Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас займемся созданием нужной нам детальки, и она называется, нет, не сфера, она называется подшипник, шарикоподшипник мы создадим, да? Для этого мы сейчас ротейшн произведем, чтобы вот эти наши по оси x на 90 градусов, вот так. Я хочу, чтобы вот эти области, они были внутри. Так, следующее. Мы сейчас отведем, на какую нам нужно, 7, да, посмотрим. Отведем на нужное нам расстояние, это g. Допустим, вот так, скажем, вот такие у нас должны быть подшипник вот такой. Может быть, чуть поменьше. Ну, так пока. Пока так. Так, сделали, прекрасно. А дальше начинается колдунство. То есть мы сейчас вот, во-первых, пивот переместим. Курсор включим вам подсказочки. Центр. Нате вам. Так. И вот сюда сейчас мы поставим объект модус. Вот empty. Такую пустышку мы поставим. Вот она встала, пустышка, да, под имени empty. Хорошо, так у нас одна пускай одна останется. А теперь мы займемся тем самым колдунством. То есть мы пойдем сейчас с вами в. Так, где она у меня? Видите, нам не нужно. Нам нужно сейчас наш шарик. Вот он. И мы теперь пойдем вот сюда. Скажем, модифи. И рей. Но тут так, во-первых, мы ставим constants offset, релатив уберем, объект offset и скажем, что это empty. Мерки само собой. О, а что это он уменьшился-то? Подождите, ребята. Нам надо сделать следующее. Уберем все ее ненужные вот элементы. Так, дальше. Array пойдем, два штуки. Нет, нам надо штук 9, 10, ну, 8, 9, 10, да? Так, скажем offset. И скажем, что нам надо по empty. Так. Теперь сверху нажмем семерку и будем нажмем R и начнем раскручивать. Допустим, вот так, да? Вот так раскрутили. Отлично. Но больших подшипников, а мы будем делать большие подшипники с вами, у них есть такая штука. Такие колечки. Сейчас мы их сделаем. Так, edit move, да. И тут мы сейчас перейдем вот сюда, выделим. Так, нет. Выделим вот так. И вот так. Зажмем shift. Ну, где-то вот так, да.
И сейчас сделаем их. Так, выделим экструд. Но экструд у нас вот по нормальным должен быть. Вот так мы с вами симулируем. Ну, это, конечно, многовато. Ну что такое? Вот так достаточно будет. Вот, хорошо сделали. Отлично. Выделяем это дело. Так, давайте выделим объекты эти и скажем, что у нас здесь смус. Да? Видно, сразу все выделилось, да? Но нам такое-то не надо, безобразие. Мы говорим вот здесь нормальс ауто смус. Вот и все, у нас шарики все расцвели прекрасно, а здесь острые грани, пускай они такие останутся, замечательно. Так, теперь нам надо сделать будет, значит, с желобками эти, куда ляжет. Ну, давайте попробуем. Я себе так представляю, что... Эрей скажу да, мерз скажу, эрей скажу, подтвержу, все, теперь все хорошо. И теперь мне надо такого же диаметра сделать вот эту штучку, меж, ну-ка, где у нас торус, вот торус, давайте мы с торусом сейчас поработаем. Хорошо. Радиус теперь. Что за... Да, примерно. Ну вот так где-то, да? Покруглее мало сделаем. Есть. Хорошо. Один предмет у нас готов. И мы его сейчас припрячем, наверное, сначала. Теперь нам надо сделать внешнее кольцо подшипника, чтобы вычесть из него. Так, где он у нас? Цилиндр. Создадим цилиндр. Раздвинем его. Так, лучше это сверху делать. Давайте мы его сейчас увеличим. Вот так. Ну, где-то вот так, да? Хорошо. И по высоте, естественно, тоже будем уменьшать. Пока вот эти не появятся. Вот такое у нас колечко. Вот так. Больше нам не надо. Вот так. Хорошо. Теперь выделим. Пойдем теперь объект мод. Так. Выделим в редакторе. Вот этот. Вот это. И вот это выделим так. И потянем с помощью буквы И внутрь. Вот так, я думаю, будет достаточно. Далее скажем, что нам нужны брюки. То есть нам нужно так, чтобы она соединила эти две. То есть
мостик такой создала, все прекрасно. Теперь нам остается пойти в Бетмут и указать Fast Curve, что вычитаем, мы отсюда будем вычитать. Все, и мы получили с вами то, что нужно. Внутреннюю кромку, видите, там все, ездит все правильно. Единственное, что здесь, конечно, должны быть такие еще перемычки, да, с заклепочками. Но так глубоко не будем с вами идти, это уже перебор будет. Поэтому давайте мы сосредоточимся на том, что сейчас сделаем следующее. Опять пойдем в Edit Mode, выберем вот это, зажмем Shift-Alt, и вот здесь Shift-Alt. Я надеюсь, что у нас работает, если нет, то придется делать следующее. Давайте сделаем. То есть мы удалим вот все его какие-то ненужные нам трансформации. Придется повторить эту операцию, но ничего страшного, что не сделаешь ради чистоты эксперимента. Так, хорошо. Далее Ctrl-B. И мы видим, как оно очень удачно делает нам закругление. Все, прекрасно. Так, теперь нужно сделать то же самое, только внутри. Так. Давайте попробуем сейчас. Вернуть этот торус. Как его там? Ну-ка. Получится, нет? Торус. Да, получился. Единственное, что я думаю, его придется немножечко уменьшить радиус. Я не это хотел уменьшать радиус, извините. Началось. English переключается. Так. Пока так. Не знаю, что случилось, но факт, что случилось. Сейчас попробуем торус еще раз запустить. Вот он. Вот теперь все правильно стоит. Все теперь хорошо стоит. И нам останется с вами только повторить это все. Тем самым, что мы возьмем сейчас объект мод, уберем выделение. Скажем, нам нужен цилиндр. Вот так. Его мы раздвинем до нужного нам момента. Вот, допустим, вот так, да? И уменьшим S по Z. Нет, это маловато. S по Z. Тоже они почти одинаковые должны быть. Так, здесь мы тоже выделим с вами Edit Mode. Так, выделим сейчас вот эту часть, скажем, и потащим ее сюда. Так, должно быть чуть тоньше, чем основной. Пробьем это мостом, вот так, и в итоге скажем только, что вот это должно пойти, вот это, нет, нам нужен, опять я слепил. P.
определил, слава богу. Все время забываю. Так, значит, вот это, вот этот цилиндр, или как его назовите? Нет, нам надо торус. Вот это же торус. Почему стоит цилиндр? Ну да ладно, посмотрим. Фаст-курва, скажем, вот из этого нам надо. Вот из этого нам надо выделить. Все. Вот, теперь мы видим, что у нас получился очень похожий довольно-таки подшипничек. Останется нам только что сгладить эти грани все. Да? Ну, это мы сделаем очень просто. Мы знаем, как это делать. Пойдем в Edit Mode, возьмем вот это ребро, повторим, короче, это ребро, и Ctrl-B, да, все отлично, так, и то же самое здесь, возьмем, так, Вот это ребро возьмем. Это. Это и вот это. И аккуратненько это Ctrl-B. Так-то подтянем. Что нам остается, ребята, это пройти вот сюда, объект мод, сказать, нам нужно смут, но в смуте поставить auto, тогда у нас все будет прекрасно, смут и auto. Все. Теперь у нас практически наш подшипничек получился. С чем вас поздравляю? Можем строить какие-нибудь мотоциклы, машины, все, что хотите. Сохраняем. И к следующему видео.